Я слышал. Это песенка про императора Прощегора, и потом на улице. Песенка про императора Люсиня. Законы и правила – полный мандай отстой. Он не любил, как шеренги шагающих в ногу, как пикеты исполняет приказ. Император Люсинь разговаривал с Богом, впрочем, так же, как и каждый из нас. Когда закончится война, когда сольются воедино, и я не един на куче всякого говна, черепков всех систем напишут наши имена. Поэтому мы еще будем выступать. Поэтому мы на сегодня закончим, а продолжим другие.